На мяжы спорту і шоу у Гомелі прайшоў абласны этап рэспубліканскай школьнай лігі чырлідынгу. За перамогу ў дзвюх намінацыях змагаліся 16 каманд з усяго рэгіёна. За спаборніцтвамі сачылі нашы карэспандэнты. Усе спортсмены максимально сконцентрованы. Тренировки не припыняются нават за некалькі хвилин до початку спаборництва. И хоть руки отпрацаваны амаль до автоматизму, няма мяжи досконалости. Тем больше, что областный отбор открывает шлях на республиканские спаборництвы. Белорусская федерация черлидинга проводит это мероприятие совместно с Министерством образования. В этом году соревнования проходят в четвертый раз уже. Отбираются команды для участия в республиканском этапе 31 марта в городе Минске. Хореография, гимнастика и акробатика – эти дисциплины сполучают у себе черлидинг. Менавито универсальностью и разностайностью техничных элементов и привабливает этот вид спорта. Акробатика тоже присутствует в черлидинге, и танцы тоже, но главное – быть уверенным в себе, не лениться, быть всегда в форме, слушать своего преподавателя. Республиканская школьная лига черлидингу проводится у двух возрастовых категориях. Молодей и старые за 12 годов. Мацнейших выявляются у двух дисциплинах. Черлидинг шоу-команда и фристайл-пом-команда. Это два разных направления черлидинга. Если в черлидинг-шоу мы обращаем внимание в основном на акробатическую подготовку спортсменов, на пирамиды и станты, которые они будут показывать, то во фристайл-пом-дисциплинах мы обращаем внимание на технику и элементы танцевального характера уже. От групп поддержки спортивных команд до самостоятельного виду спорта. Черлидинг прошел значный шлях у своем развитии. В минулом году великий шаг, сделанный в Беларуси. Постановой Министерства спорта и туризма у одной спортивной классификации появились потребования для присвоения разрядов по виду спорта черлидинг. Так что худко в нашей стране появится шмат майстров спорта, у тем лику международного класса. Тем больше, что белорусская школа черлидингу конкурентоздольная на сусветной арене. Максим Савин, Василий Сипцов, телерадиокомпания «Гомель».